Приветствую всех на своем канале, с вами Иван и канал про дерево. Сегодняшняя тема: как сделать отверстие без применения лобзика. Если вдруг у вас нет вот такого лобзика, да, пусть это будет электрический электролобзик. Как сделать отверстие? Поехали, ребят! Ну что, друзья, вот такими нехитрыми движениями можно сделать любое отверстие, будь оно круглое, квадратное, ромбом, это уже как вам надо будет. Берем заготовку, значит, делаем размерку, какое отверстие нужно вам. Берем дрель, берем сверло сопутствующее, насверливаем отверстие, то, что вам надо удалить. Удаляем, берем вот такой вот рашпиль, вернее, сначала, ребят, берем либо вот такую плоский резец,
либо просто резец, будь это даже обычная стамеска у вас, прокалываем, получается вот так вот у вас. В соответствии берем вот такой напильник, напильником выравниваем, соответственно, и получается у вас вот такое. Все, шкурим с двух сторон, обрамляем, если вам это надо, и получается у вас нужное отверстие, нужной фигуры, получается вот такое отверстие. Все, ребят, с вами был Иван, канал про дерево. Кому понравился видеоролик, ставьте пальчик вверх. Предлагайте свои идеи, пишите в комментариях. Очень буду рад послушать, почитать, ответить на каждый комментарий. Ну и все. Всем крепкого здоровья, всем благополучия, хорошей погоды и всех благ. Пока-пока, ребят. До новых встреч.